В единый день голосования 14 сентября за Анатолия Пахомова свои голоса отдали более 75% избирателей. Таким образом, действующий мэр был переизбран на второй срок. Соответствующее удостоверение избранного главы города Анатолию Пахомову сегодня вручили в городском избиркоме. Поздравляю. Спасибо большое. Да. В свою очередь Анатолий Пахомов поблагодарил сочинцев за оказанное доверие. Я чувствую, самое главное, это доверие наших горожан. А мне придется работать еще вдвое больше и лучше для того, чтобы наши сочинские семьи стали счастливыми. Как отметил Анатолий Пахомов, в ближайшие 5 лет, как и в предыдущие, акцент будет сделан на развитие социальной сферы. В первую очередь предстоит завершить работы по газификации населенных пунктов Адлерского района. К отопительному сезону возможность для подключения к голубому топливу будет создана для 15 тысяч домовладений. Также на 18 улицах района запланирован ремонт дорог. В Хосте откроются офисы врачей общей практики и детские сады более чем на 1300 мест. Завершится газификация Богушевки и Пластунки. В центральном районе города начнут строительство нового перинатального центра. До конца 2016 года в районе количество мест в детских садах увеличится на 600. Также запланирован ремонт большого количества дорог. В Лазаревке также будут возводить пристройки к детским садам. Кроме того, там появится новая спортшкола. Ремонт дорог запланирован на 20 улицах района. И самое главное – реализовать намеченный курс на круглогодичность Сочи как курорта. Все это и многое другое – планы по развитию города на ближайшие 5 лет. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.